В Самаре на заводском шоссе мужчина совершил сразу три ДТП. По данным полиции, 34-летний мужчина, управляя машиной ВАЗ-2114, столкнулся с припаркованным автомобилем ГИБДД и продолжил путь. Сотрудники госавтоинспекции пустились в погоню, которая закончилась еще двумя ДТП. Лихач, развернувшись в обратную сторону, на перекрестке не справился с управлением и врезался в припаркованный автомобиль. Затем въехал на рельсы, где столкнулся с двумя трамваями, после чего он выскочил из автомобиля и пытался убежать, но был задержан. Проводится проверка. Крупный пожар произошел в железнодорожном районе Самары. На улице «Аврора» 60 загорелся автосервис. Пламя быстро распространилось по помещению площадью 400 квадратных метров, угрожая перекинуться на соседние постройки. Дымом заволокло весь квартал. На место происшествия выезжали 89 человек и 24 единицы техники. Огонь был потушен, пожару был присвоен второй класс сложности. Курьезная кража в Тольятти. Из магазина на улице 40 лет Победы двое мужчин украли терминал для оплаты покупок банковскими картами, который лежал на прилавке. В полицию обратилась одна из работниц торговой точки. Ориентировку с приметами грабителей разослали всем патрулям. Похожих на описание мужчин сотрудники Росгвардии заметили неподалеку от места преступления. Их задержали и передали полицейским. Сейчас правоохранители проводят проверку. Скоростной маршрут «Самара-Сызрань» летом работать не будет. Самарское речное пассажирское предприятие опубликовало маршруты движения судов в навигацию 2018 года. Как объяснили представители Самарского речного пассажирского предприятия, это связано с тем, что транспортная прокуратура Сызрани запретила судам подходить к причалу города. Платформу для пригородных поездов на железнодорожном вокзале закрывают на ремонт. Из-за этого 15-й путь на станции «Самара» с 19 марта будет закрыт для приема и отправления пригородных поездов. По этой причине отменяется посадка-высадка пассажиров с платформы «Школьная» для электричек, следующих по маршруту Безенчук-Мирная, Самара-Курумыч, а также в направлении Жигулевское море. По станции «Самара» прием отправления электричек будет происходить с низкой платформы номер 6.